16:45 на перекрестке улиц Фабричной и Кирова, город Кузнецка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних, в результате которого один несовершеннолетний скончался на месте ДТП, второй несовершеннолетний получил тяжкий вред здоровья, то есть была доставлена в Кузнецкую детскую больницу, помещена в реанимацию. По словам сотрудников ГИБДД, 14-летний парень, управляя мопедом, нарушил правила очередности при проезде перекрестков и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. При этом погибший вообще не имел в силу своего возраста права садиться на мопед. Хочу еще раз обратить внимание всех родителей. Нет, вашим детям 16 лет ни в коем случае не нужно приобретать и баловать их, приобретать данные транспортные средства. Есть 16 лет ребенку, ради бога, пускай выучится на водительское удостоверение, получит все навыки вождения и смело может выезжать на дорогу. Примерно в то же время, когда случилась трагедия с 14-летним школьником, в городе произошли другие малоприятные события, в ходе которых также пострадали дети. За последнюю неделю в детскую больницу обратилось 8 детей с укусами собак. Вот трое детей кусал собак, собаки бродячие, двое соседей и три собаки неизвестные. Состояние детей удовлетворительного до тяжелого. После такого количества пострадавших взрослым кузнечанам стоит принять дополнительные меры безопасности, дабы оградить детей от возможных бед и неприятностей, которые, как напомнила жизнь, находятся не так уж и далеко от нас.